Привет, это Илья, компания «Американский визовый центр «Атлант». Нам требуются партнеры, те люди, которым, так же, как и нам, интересна иммиграционная сфера, тем, кто, так же, как и мы, болеет Америкой, те, кто хочет, чтобы для многих американская мечта осуществилась, так называемая американская мечта с нашей помощью, и мы в этом людям помогаем. Это наши кредо, это наш интерес, нам это нравится. Каждый день у вас много разных людей, они все со своими интересами, они все со своими историями, все со своей обладательностью. В общем, это интересная тема. Но что мы можем со своей стороны сделать? Сразу скажу, что за франшизу мы никаких денег не берем, по той простой причине, что опыт, он не продается. Нам нужны конкретно люди, которым действительно хотелось бы поучаствовать в этой теме и у которых есть интерес к этой теме. То есть сейчас в данный момент наткнулись в эти блогерские дела и увидели, что в основном люди продают франшизу и не задумываются о том, как дальше будет строиться работа, как дальше будет взаимодействие происходить с клиентом и, главное, какой будет результат. То есть человек, допустим, там заплатил за франшизу. По себе знаю, по той простой причине, что мы сами с этого начинали, мы оплатили там $1500 за франшизу. То есть интерес просто получить эти деньги и все. А что там будет дальше? Скинут клиента, хорошо, не скинут, главное, деньги получены и все. У нас немножко другой принцип, мы хотим, чтобы был конечный продукт, мы вообще за продукты. Название у нас «Атлант», оно использовано нами как название нашей компании, неспроста. Мы все читали неоднократно книги Айн Рэнд, «Атлант расправляет плечи». Как раз мы фактически действуем в русле и в рамках идеологии этой книги. То есть наша цель – это создание продукта. Я, в свою очередь, обещаю, что тот человек, который станет нашим партнером, получит лично от меня то, что я за эти годы наработал. Я смогу это передать. Дальше у нас есть всякие разные курсы для наших партнеров. Мы расскажем, покажем. Возможно, нужно будет переехать в Москву. В Москве можно будет обучиться некоторым аспектам работы с московским консульством посольства США. Мы покажем, как делается exit pool, для чего он нужен, как собираются данные. То есть это третий этап. Кстати, второй этап подготовка к интервью у нас в ближайшее время наш психолог, либо Саша, либо Дима, скорее всего, это будет Саша, поедет в Бишкек, так как у нас уже есть представительство в Бишкеке. Мы очень долго искали представителей по этой стране, по Кыргызстану. И мы нашли человека, у которого такой толщиной книга, в которой расписаны отзывы людей, с которыми она работала до этого. Просто ее зовут, кстати, Махабат. Она занималась визами C1D и визой B для моряков. То есть это была работа на круизных лайнерах. Просто процент у нее очень велик в Бишкеке, в Кыргызстане. Она захотела расширить свои услуги. И вышла на нас. Мы даже сами специально к ней съездили, пообщались. Нам очень понравилось с ней, она очень профессиональный человек. Она так же, как и мы, болеет этой темой, у нее есть интерес, в общем, мы сейчас взаимодействуем. И ищем сейчас таких же людей, тех же самых, что и Махабат. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, по поводу взаимодействия как партнеров, я лично сам перед тем, как сказать «да», я хотел бы с вами пообщаться, посмотреть, насколько вы действительно хотите этим заниматься. И после этого мы можем принимать решение. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usa-visa, не путайте, последняя буква z.com, и в нашу группу Facebook. Кстати, у нас сейчас развивается группа ВКонтакте. У нас там уже, по-моему, 150 подписчиков, буквально вчера она стартанула. И следите за нашими новостями, будет много всего интересного. Кстати, хотим сделать рубрику «Разрушители легенд». Некоторые моменты, которые в сети интернет гуляют, обсуждаются активно на интернет-площадках. Мы их показываем, что это не так, либо это так. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока.